себе сюда ногу нахуй, потому что, блядь, немного закусывает, переедает их. И на перетянул нахуй. Как говоришь, вот так по камере надо? Даже дома сейчас поедешь, что остался. Че, по Куклюку опять поедешь? Не, мне по прямой больше нравится. Ты тогда быстрее всех проедешь. Так я в толчке стоял, смотрю, проехал, я за вами поехал, вот я заехал. Просто трасса разбитая, как бы. Вот, кстати, справа там пиздец вообще какой-то, блядь, а не трасса, но, блядь, сугробы такие. А это вот сноубордистов надо запретить хотя бы на одну трассу. Ну пиздец, их надо депортировать всех просто. Так они наоборот, в Тунис, блядь, раскатки катков. Если бы вот так вот, вот так вот боком ехали, они снег укатывают. Блядь, вы лыжники должны быть, молчите, благодарны. Сейчас мы на веревку тебя посадим, будешь спереди ехать и ратрачить. Особенно когда это, когда тормозите, особенно это. Особенно когда тормозите, сразу полметра. Не, Серега, это кто плугом ездит, а кто ездит как бы по прямой. Надо табличку повесить, плугом ездит. Хотя бы одну трассу от вас освободить надо, это всякое. Какие прекрасные взгляды. Больше разбивают трассу лыжники. Это факт, да, я врать не буду, как это истинное, блядь, незаинтересованное лицо. Незаинтересованное лицо. Ты сразу, что это? Россия, Канада, американец. Впрочем, не все россияне, все такие россияне. Иван, знаешь, блядь, прослабить меня, вот надо это. Сегодня обменить, нет, на другую сторону. Россия. Другую штучку. Вот эту. Бандерии, да, вот эту. Ох, нихуя. Ой, красавчик. Бывает лыжник, я говорю. Ой, молодца. Давай, давай. Маятник медицине не заинтересован здоровым пациентом. Медицина заинтересована. Знаешь, у нас бюджета это России на 10% из-за болезни людей наполняется. Блин, как-то мне неудобно. То есть, если ты болеешь, знаешь, экономика, не болеешь, то экономике России вредно. Посмотри, сколько аптек. Пиздец, а кому не хватало, тому искали место. Блядь, помирал нахуй. Умиральную яму, блядь. Раньше меньше умирал. Несмотря на то, что вот наши деды там прошли столько войну, все крепкие, здоровье. Ну, выживали, давай, большая часть из деревень была. По Искитимскому кладбищу пройди до 90-го года. Старики, старики умирали. После 90-го. Молодой, молодой, старик. Молодой, молодой, старик. От романов дохуя. Вот за 20 лет кладбище в 3 раза выросло. Сами же себе геноцид. Правда, то, что скайпаса нет. Под скайпас, скажи. Дайте, например, мне вас троих в тюрьму закрыть на полгода. Нет, я вас таких. Я вот тебя одну не могу понять. Нет, там уже нет. Просто все управляется. Я вас заставлю ненавидеть. Не, где он? Видит? Очень просто, блядь. Одному кусок хлеба давай. 550 баксов. А другого заставлю отбирать. И вас как-то. Не, ну так, я хочу. КБ, видел сзади? Ай, и Д. А, значит, Дион. Ну, это
Смотри, ты что показал, это и купил. Нет, я говорю, там помнишь, там были средние, которые... Какой первобытный общий родитель? Нет, своем, нет, но вот этого цвета этой модели были одни, все. Вроде жили вместе. Андрей, ну опять-таки, ты другую медаль смотри. Мы еще раз на Кортене купим такие. Диван, может быть, там была моделька, которая... Там толстых не было, а была средняя. А эти как бы, как это там они называются? Легкие, которые... Блядь, ну хуй знает, Андрей, я прям по ссылке. 18, да? А два года назад сколько было? 6, да? Че? Там да. Сык, не сложнее 18. Можно в букмейстер или нет, ну вообще, в принципе. 18 человек. Андрюх, да. Вот тебе 18 человек труднее управлять, чем 6 лет. А? 18 человек труднее управлять, чем 6 лет. Пока нет. Бригадира надо же ставить. Есть подчиненные, которые. Сложнее. 18 человек, вот. Я не управляю, у меня всего 3. Во сколько в конторе человек? 18 человек это вот. А, ну у меня, ну как Наташа, Женя, нет, 5 сейчас... человек. Сложнее стало, чем 5 человек. У вас двое было сломано. А еще... Как бы просто работы больше раскидываешь. Понимаешь, а еще пятерых наберешь. Вообще, нет, ну, надо... Тебе уже какую-то структуру надо будет вводить. Да, пока я все управляю. По тройкам распределить начальников. Еще ну да, же. Типа начальник, мини-начальник. Чем сложнее структура, тем начинает технологию управлять. Я как бы в том плане, что начальник не просто... Значит, ты сорта убери. Он же чинит, он же и начальник. Не собрать. Ну это сейчас, а вот ты еще что все испарения идут вверх. Арту холодно. Ты себе с ними физически не загадывай. Нет, вообще ты физически с ними не сможешь управлять. Я уже физически. Он уже, блядь, не может нахуй управляться с тем, что есть. Заместитель. Либо два. Да, блядь, мне не нужен заместитель. Мне нужен, сука, рабочий. Управляющие люди. Да нахуй мне заместитель нужен, блядь, мне работа. Мне рабочая лошадь нужна, которая, сука, будет работать. Видишь, а чтобы рабочей лошадь нужно управлять. Какая-то примитивная, блядь. Примитивная, это платишь бабки. Прямой приказ, блядь. Возьми и сделай. Это примитивная. Блядь, ну это самая лучшая технология. А потом ты говоришь, какого хуя ты башкой, блядь, не подумал перед тем, как делать то, что я тебе сказал, вообще... блядь. Ну башка-то нахуя, блядь. Дит вообще один думает. Великий человек сказал очень умную вещь. Сергей Мавроди. Если голова занимается частностями, знаешь, блядь, тело организовывается. Нормально так не понятно. Если ты вот начальник и сам ездишь на объекты, значит ты хреново бизнес. Это хуйня, блядь, полная, Серёга. А голова должна заниматься развитием. Это ебанулся. А у него должна быть отстроена структура. Есть... это все... Это полная хуйня. На человека, который достиг там. На каждом... Людям, которые достигли ситуации. На каждом уровне есть свое управление. Голова! Если ты профессионал, ты профессионал во всем. Если ты в своей если фирме, я сейчас возьму, ты короче, возьму собирать детали за следствие. У тебя какие? У тебя какие? Блять, Серега, ты в каких-то, блядь, в натуре шаблонах погряз нахуй. А, блядь, руководители американских компаний, которые, блядь, там могут подмести в своей фирме, блядь. Это они делают, блядь. Что они делают? Ведут, они делают это. Они показывают, что они могут делать любую работу они в своей компании. Что у них есть это, блядь. Ну, блять, я тебе о чем и говорю. Каждое любое время, блять, должно быть своя структура управления. Если ты можешь сделать какое-то дело сам, не привлекая людей, ты должен это делать. Ты не можешь каждый. Блять, Серега, это естественно. Но если нихуя, если ты не понимаешь, что вы будете бухгалтером, тебе пиздец. Значит, это не твоя фирма. Это фирма твоего бухгалтера. А все равно, что знаешь, блядь, из пушки по воробьям бить, это заебись. Поехали. Эй! Так, ты ко мне близко не подключай. Пошел ты нахер. У тебя не есть борт.
Йоу, пацаны! Ох, Серега красиво ебанулся! Почти на Елену. Давай! Блядь, давай я камеру включу, подожди. Подожди, я тебя поснимаю.